Да не, они не оставят. Так ты представляешь, сколько мне труда было его сюда притащить? Да. Ну, во-первых, труда, во-вторых, прикинь, в метро зайти, винты так вах, смотрят на меня вообще, в метро его. А он же, да, нет. Вот так надо, видите, чтобы было... Да какая разница? Я тоже не вижу это, а вижу, типа... Не, они, а, эстетика, я понял, не эстетика, тут не только эстетика, я понял. Им же надо, они, наверное, фотографии, чтобы потом куда-то их... А, может, да, что-то выдергивать. Выдергивать, да. Фотографии. Они, наверное, когда заклеены, они не выдергиваются. Но они есть на этих, понимаете, они все, ну, на сервере есть. Да, да, на правах администратора они могут зайти в мою галерею. Да, а вот это я покушал, мне стало хорошо. Звонит мне жена, или звонит, как правильно. Телефонує мені жінка і каже: «Ти ж дивись, не йди на Майдан». Я говорю: «Чого це? Що там?» «Та там, говорить, таке твориться, не йди на Майдан». А мені ж нельзя говорить: «Не йди, не цілуй, не курі, не пей, не йди». Я покушав, подорвався і пішов на Майдан, сходив на Майдан. Там, конечно, караул. Вам, конечно, такую историю надо ставить на Майдане. Вот там ставить понта вообще никакого нет. Это только лишака деньги валить. Да, ставить на Майдане. Там реклама будет. Там будет не просто реклама. Там вас будут знать, и, ну и плюс реклама. И там будут реальные люди, которые будут к вам подходить и что-то спрашивать. Да, да, да. Понимаешь? Нафиг вы это... Я не просто, мне не жалко ваших денег, как бы я... Не, ну я тоже считаю, что это не то. Это эффекта просто нет. Вообще никакого эффекта нет. Люди просто берут. И что? Ну вот он пришел, некоторый человек. Пришел. И что? Ну все равно надо же, ну тоже не выбирать же надо кому-то. Нет, подождите, пацаны, вы же не государственная благотворительная служба. Вы контора, которой надо выживать. И проплачивать вот эти хоромы. Ну, тоже верно. Понимаешь? Поэтому вам же нужно думать... Ну, я не говорю там в первую очередь. Понятно, что вы делаете святое дело. Так поставьте по всем рынкам тогда. И только этим занимайтесь. Вам же нужно, конечно, вам нужно эффект, чтобы был. Чтобы, во-первых, чтобы люди сюда пошли и про вас больше узнали. Вот мы-то когда раздавали визитки, бомжи, что на бомжа? А вот нормальным людям надо их давать визитки. Нормальным. Они подумают, посмотрят, зайдут в интернет. Чтобы бомж войдет в интернет. Знаешь, сколько я его вчера запарился, чтобы он сюда приехал? Мне уже так стало принципиально. Поэтому завязывайте вот это. И вот пару. 150 гривен за питье пива. Этого бомжа тоже выложу. Давай я тебе сейчас его дам фотографию. Есть у меня его фотография. А, напиши, вот давай сейчас сделаем. А текст напишем, что большой текст дядя Юра обещал напечатать у себя в журнале. Я реально напишу про него. Стопудово напишу. Про этот человек? Конечно. Единственное, что мы сейчас... Ты не глядишь, что? Ну, хозяином, вон, Пузи прислал, Пузи привез. А кто печатает? Социальный уровень, что ли? Да какой социальный? Так занят. Конечно, социальный. Дождешься социального. Себе печатал на социальном уровне, я бы уже давно сдох. Не, ну кто-то там помогал, там, как-то, понимаете, так, не факт, что... Плохая фотография, что не было лучше? Рома, извини, дорогой, мы поменяем тебя. Не было лучше, да? Только такая была? Ну вот эти две фотографии. Не, ну вот это хорошее, глаза закрыты. Да, это но тоже есть. Старайся их не ставить такие. Так, не, ну что было? Ну вот одна уже есть, и бог с ней. Да не, блин, все равно одно тоже общение, понимаешь? Сейчас нет, всякие... ну обидится чувак, и в следующий раз вообще не будет, я не знаю, но Рома может не обидчивый. Обидится чувак, и в следующий раз вообще не будет фотографирован. Комментарии нельзя ставить вот под эти. Чего нельзя ставить комментарии? Не, можно, да? Конечно. А где? А, ну там надо регистрироваться. Вот эти штуки непонятные ставить. Надо... Ну а как это против спама, конечно? 2+1. Надо поставить и все. А что вам спам? Пусть будет спам. Есть такие вот... Поднимайте там, почему? Можно комментарии оставлять? Ну, можно. Можно. Да, регистрироваться только надо. А? Только регистрируй. Так, все, давай сделаем вот этот вот новость с этим валиком, с валиком. Вот это Трохин же, да? Мрат, бери стул. Я тебя прошу. Ну мне неудобно просто, я сижу, ты стоишь. Бери стул. Да, мне просто так нормально, как? Ну тут а что толку? Открывай. Так а что надо делать? Просто поставим информацию про этого валика.
Вот его фотография, на.